И вот и я. Да, пару дней видео не было, потому что у нас с Хевом был марафон по Стелларису, да, мы пытались добраться, так сказать, дождаться, как это, межпространственных инвейдеров, ну или вилкозов, как мы их называем, потому что они выглядят как вилкоз. Там еще есть голубые долбоебы, которые на пси-двигатели приходят, и... Ну и как в искусственный интеллект восстает. Интеллект восстал быстро достаточно, а вот вилкозы не появляются. Хотя их ребалансили. То есть они должны быть там доминирование, властвование, но их нет. Вот такие дела. Так что продолжаем наш хаос в Два Фортресе. Посмотрел я то, что хрен знает как дизармить. То есть непонятно, как разоружить великого гоблина. Я посмотрел то, что можно его либо на цепь, либо в клетку сделать тюрьму. И я вот думаю, что тюрьму надо бы сделать сверху. Вот такие дела. Вот где-нибудь здесь, да? Испытывать, думаю, будем на одном. Такой вот комнате. Ладно, ладно, уговорили. Все по феншую. Все по феншую. Снег выпал, пошла зима. Пошли котятки, да, так сказать. Здесь ходит, отлично. Нора у нас включена, все вроде включено. Ребята сейчас здесь все прицепят. Мы поймаем еще парочку гоблинов. А, ну и также я почитал то, что, да, у нас все-таки Captain of the Guard тоже является шерифом. Да, он потом шерифом станет. Так что надо глянуть, что у нас с Captain of the Guard. Пока рекорд. Ладно, пусть он научится пользоваться топором, и мы его переведем, да, чтобы он расследовал. Учился, так сказать, ведению справедливости. У меня тут, по-моему, да, есть вот то, что нападение на мэра. Сделаем сейчас тюрьму для гоблина, да, заделаем его нахрен в стене. Синей стене, а в комнате, да, посмотрим. Попытаемся понять, что как происходит. С цепи, если она из веревка, то они могут вырваться. Дворфы, там гоблины, тролли, они рвут веревку, если она из растительности, да, там не из цепи. То есть ничейн. Поэтому я думаю, надо бы заказать нам вопрос, где цепь делается, да? Ну, так как у меня уже, да, ребята-то молодцы, да, и если она будет сделана моими ребятами, то она будет, ну, как бы красивой. Проблема в том, то, что если дать заключенному красивую цепь, от которой у него будет повышаться счастье, есть шанс то, что хаммерер, да, а есть хаммерер, как я понимаю, он тот, кто палач или наказующий, он может закончить тем, что он просто начнет пиздить заключенного. Вот такие дела, да. Нелепая ситуация, да. Но я понадеюсь, что нашего кого-то там, кто укусил или побил мэра, да, пиздить не будут за то, что у него красивая цепь. И то, что он все-таки переживет наказание своего цивил целым и в безопасности. Дворфы вообще, блядь, не гнушаются. Там пол, блядь, разбирают, они идут по нему. А, чё ссать, да? Не упаду же я вниз, подумает дворф и идет дальше. Из мадстоун блоков построен, да. Пусть каменные будут стены. Чё мне париться-то? Чем крепче стена, тем лучше. Да, еще потолок же надо сделать. Биви. Нет, что я не то делаю. И, да, есть барок здесь. Отлично, да. А то, бля, я, значит, сделаю, а он возьмет и выйдет. Ну, cancel the construction building, потому что суки ходят по этой хуйне. Заебали, ребят. Господи, ты что несешь? Из чего я стены строю? Ты за долбоеб. А, серебряные! Серебряные стены! Хотя... Погодите, а почему пилар? А, ну понятно. Не, ладно, ладно. Ну ладно, одна часть стены будет из серебра, другая. Похер, бля, какая разница? Это же тюрьма, пусть будет охуенный. Да, сейчас мы всю из серебра захуячим. Хорошо. Серебро все равно использовать некуда, Сергей. А где она? Че, все кончилось? Че, кончилось серебро?
Это вот, 41 штучка есть. Могу себе позволить. Могу себе позволить строить стены из серебра. Все, хрен с ним. Это будет из камня, блядь, две штуки, чтобы заключенный не забывал, куда его могут переселить. Какое говно. И вот он идет, да, все идут по этому кубику. Дебилы. Давай, разбирай быстрее, пока очередной долбоеб не пришел. Фастар. Ну, блядь, ну. Ну, не будь сука, а, ну. Ну, я стараюсь, хозяин. Дебил. Одним словом, ты дебир. А. Так, ну сейчас они... нужно клетку. Я из клетку из стали-то построил, вопрос. Нет, по-моему. Я боюсь, то, что деревянную клетку могут тоже сломать. Стремновато. Вата стрёмно. Поэтому я сделаю еще. Нет, а где это? Вот так вот. А, ну, с одним, да, я не боюсь, испытаю на деревянном на нем. Ну, есть би. Да, бля, господи. Да нет же, кич-то как, на джи, что ли, блядь? А? Вот сюда посадим. Если, короче, еще это она. Ну-ка. Понятно. Берчин, вроде не металл. Если, короче, дворф заключенный, да, находится в клетке, то это его вынудит спать на полу клетки. Это, к счастью, не придет. И жрать он будет только тогда, когда ему принесут жратву. Что тоже не приносит мне уже счастье. А значит, не быть ему в чертовой клетке. Есть ребята. Хопа. И поэтому, да, будем париться над сейчас над правосудием и над не знаю, тюрьмой, что ли. Как это еще назвать-то? Да? Так. Атаку, да, Willow Logs из дерева и вот здесь вот еще одну. А, ну, надо подождать, да. Они сейчас. Они же стены не достроили здесь. Отнесет клеточку, да, мы из этого сделаем все. Смотрим, что у нас на милитаре. Рекорд еще. Не знаю. Комфортабельные эти у нас есть для троих воинов. Так, спит, да. Спит, да. Что в комнате у нее, сколько у нее живет? Один. Ну, в общем, круто, да. Не хватает, конечно, опции родословные, да, чтобы видеть, какие дети у какого дворфа, чтобы определять. Не знаю, ну селекции здесь вроде как нету, да, типа, если воин с воином там родится мега-воин, нет, такого здесь не будет. Но по характеристикам, скорее всего, там сколько параметров силы, возможно, они как-то все-таки определяются. Не боже же рандом, блять, в коде написан. А как свести дворфа с дворфом? А никак пока что. Г, что там за Г, блять? Гоблин кейдж. Гоблин. С гоблином, блядь, поставили. Ладно. Ладно. Сейчас достроить стену. Гоблины уже затолкали, конечно же. Гоблин там сидит, охуевает. Здесь главное заметить, он в картинке, а в клетке он г, блядь. Охуенный тайлсет. Ничего не могу сказать против этого. Говна кусок, так сказать. Ну ладно, я к нему привык уже. Оккупейшн, а гоблин. Гоблин, ты чё прикалываешься? Так чё я создаю-то, блядь? Стоп. Асайджин. Я могу только Асайджин, ту гоблин. Ой, бля. Не знаю, как раздеть гоблин еще. Мы попадаем под этот параметр. Потому что он с серебряным топором.
Make room. Ну ладно, давайте сделаем комнату, да. Я могу его кому-то отдать. Это, конечно, блядь, весело, но я не этого заказывать. Блять. Ну что за хуйня, а? Ну как этим пользоваться, а? Ну сука. Блять. Мне нужна пустая клетка. Почему надписи empty нету, блять? Так, погодите-ка, давайте-ка мы expand. Вот, вот так вот. Я точно буду, блядь, знать, что я сюда поставлю пустую ебучую клетку. Туф. Слава богу, блядь. Ну, если мы узнаем, что там будет. Охуенно, блядь. Взял с гоблином построили клетку, блядь. О, гоблин теперь здесь живет. Серебряные стены. Так, ну кис вроде привязали, да давайте-ка. Pull the switch, Егорь. Может, кому тигром назвать? Бидор. Ну, через дверь вроде как они могут проломиться, но... Феншуй, блядь. Да, шуй фен. И жуй жопой. Все, что можешь. Make room. Только комната делается. Да, понятно. Из клетки, значит, комната делается. Ага. Так, ждем. Ждем. Ну, вот здесь, если навестись на рестрейн, да. Майклум тоже. Интересненько. Сайджин. Непонятно, да? Джастис, да? Джастис я не могу ввести Джей. Как вы видите, да, она серенькая. Не, блять, ну что за хуйня? Мне капитана надо что ли засунуть, чтобы Джастис. Это все рекрут, блять. Руки из жопы. Даже топором пользоваться не умеет. Ну так что там у тебя? Ты что-нибудь научился чем? Да. Я F нажал. На V. F ничего не дает. А, follow дает. Фу. Д, блин, как с двух. Ну, в общем, он рак. Ждем, короче, когда научится чему-нибудь. Че, блядь, сделал? Я открыл только что двери. Закрывайте, закрывайте. Я смотрю, дверь открыта, блядь. Я не тот рычаг дернул. Ну, вот это долбоеб. Ну, они быстро сейчас закроют. Да. Заодно к блату наманим. Все равно никто не придет. Да. Вуаля, все, закрыли. Ну что, гоблины-то бегут? О, гоблины бегут. Или идут, или ползут, я не знаю, что они, блядь. Слопаки ебаные. А, теперь что с механизмами-то, да? Они, суки, ходят там, где как раз у меня дворфы будут работать. То есть мешаются, сука. Но подопытные они уже как бы были пройдены этапом. Не знаю, что теперь с ними делать. Спайки, что ли, выставить на следующий приход? Что он делает? Кормит, что ли, гоблина? Пришел гоблин такой, смотрит на него. Ну и чё, сука? Чё делать будем, мразь? Ты тут нас убивал? Гандоня. Не знаю, он там чуть не пришел, наверное, с ним разговаривает по душам, хотя он, наверное, по мозгам, как кот. Раз, два, три, четыре гоблина идет в нашу обитель. Ну что, поймаем, то поймаем. Да, да, топ-топ. Цветочки собирает. Хлобысь нахуй. Клеткой по голове. Он такой, да, я вижу кису, хлоп, хлобысь клеткой по голове. Можно закрывать, да. Отхлобысим, блядь, их сейчас всех. Хлобы с клеткой. Дополнительных 4 гоблина не бывают. Лишними. Так вот, да, я могу. Я могу. Да, они в клетках. Я получил шанс. Да, шанс. На чем встал? Да не ссы ты, блядь. Хлобы с клеткой по голове.
Все, пойманы. Уже хорошо, да, теперь осталось дождаться, когда кто-нибудь дернет рычаг, ебаный. Да что там идет он, еще армия, блядь. Имбецилев. Кто-то выполняет. Ну ладно, сейчас кто-то придет к нам в нашу обитель. Можно сделать, конечно, коридор смерти с вагонетками, да? Тоже вариант заряжать их копьями. И... Что это, блядь? Почему это? Это тупое создание, блядь, здесь. Рублин, убей ее нахуй. Я не понимаю, как эта хуйня здесь оказалась. Ну ладно. Теперь вот это открываем. Да, это. Я сейчас вак, как рычаг, а чё уже? Все. Все, за 2 дня мы, короче, отыграли часов 17 Stellaris. Это полный пиздец, блядь. За сутки, да? 17 часов реального времени прошло у нас. Это жесть. Там 1000 звезд. Ну, как обычно, хардкор покемоны, блядь. Игру все доводят до ума, блядь, но пока через жопу. То есть те вещи, которые они не смогли, так сказать, реализовать. Собака поссала на клетку, дальше пошла. Правильно. Бегут дворфы, блядь, собирать клетки. Гум такие, где наши друзья? В аду, блядь. Теперь вы оттуда их не заберете никогда. Так, что там с амуницией, броней, да, и цепями? Надо промоутнуть, я думаю, пару действий, да. Это значит цепь. Я думаю, просто цепь промоутнем, да, и тогда наш рекорд все-таки станет шерифом. Ай, щатта шериф. Да, шерифом он точно станет. Мы с баллистами что-нибудь надо придумать, да, прям. И что там, кстати, с пауками? Они вообще... Вообще никто ничего не сказал про пауков, а я что-то про них забыл. Мясо испортилось. Никого здесь не поймало. Ладно, тогда... Rotten Meat Trap. The nothing, блядь. Мясо-то есть, а использовать его никто не использует. BT Lover, да. А вот паук. Человек-паук, человек-паук. Ну ладно, не знаю, каких спайдеров ловить. Но они явно ловкие мгази. И бегают они очень даже неплохо. Здесь у меня weapon trap, да. Все у меня как бы за воротами, да, поэтому я не стремаюсь, если у меня вылетит, я загружусь и разберу нахуй weapon trap со словами, что да ну нахер. Раз не работает, так не работает. И моего ума дело. Как же под джастис запихать, да? Джастис. Пейпермейкер. Что там, бля? 26 дней в тюрьме он должен провести за это. Нихуя себе заява. Вот такие вот дела, поняли? А не ты нажал. Так вот. 26 дней в тюрьму, блядь, за то, что ты... Че он сделал вообще? Он укусил, что ли? Инжирит, ну укусил его, скорее всего. Он меня покусал на 26 дней, его, блин. Также шериф следит за исполнением мандата. Вот так вот. Поняли? Шериф, блядь, знает, что хочет мэр. А что хочет мэр, не знает никто. И он за этим следит. Чтобы мэр не знал, что он хочет. Вот так вот. Так, сколько этих дебилов-то еще у нас на территории? Ну, дохуя пока что, да? Надо что-то придумать. Может снять вот эти 3 ловушки, да? Установить здесь стены. Закрыто, да, закрыто. Поставить бойницу и баллисту воткнуть. И просто отстрелять нахуй, блядь, гоблин, в котором будут идти. Гоблин просто фаретвил. Да, снарядов нанести. Не, ну это. Вот это, скорее всего, сделать надо здесь. То есть. Медпункт с баллисто-стрелами, блядь. Как-то наподобие. Но лететь-то баллисты, скорее всего, будет высоко, так что нужно как-то на уровне сюда поднять еще. Сложно. Сложно, но возможно. Да, что-то надо продумывать с этим делом. Арену как-то надо сейчас сотворить. К рычагу я могу... тьфу, к клетке я могу подключить рычаг и...
устроить батл воинов, но, сука, он одетый. Не знаю, как его раздеть. Может, водой смыть с него одежду? В клетке по испытанию водой. И он, скорее всего, тонет. Хотя так можно испытывать. Да, тоже вариант. Inappropriate building, fill pond. А, ну, в каком-то смысле он inappropriate. Окей. Ок. Окей. Fill pond мне нравится. Из понт. Давай, блядь, чё он appropriate building? Хули ты мне тут пиздишь? Inappropriate building. Только недавно заливали. Что он делает? Так что, покормил его, что ли? Или он просто ходит и на нем мухи нападают на него? Так, вниз, за клеткой. Цепи. Нет, не там, смотрю. Цепь готова. Нет, не готова нихуя. Никто не работает. Ни цепь, ни клетка. Они у меня ставят по очереди. Ждем. Чё ждем, не знаю, блять. Сука. Надо Justice, что ли разобраться с правосудием. Либо всех гоблинов перебить, да? Как перебить? Я не знаю, как работает катапульта. Да, может поставить башенную катапульту. Но для этого нужны снаряды под нее. Да, типа, чтобы она стреляла. Здесь они, кстати, тоже не могут забраться, да? Если гляну вот от этого. Да, вот небольшой такой даже откос, и все равно нормально. Здесь я уже построил красиво. О, сосисочка. А тут уродливо пока что. То есть нужно к этому. И вот к этому. Не знаю, вот такой-то походу где. Да, не дофиншую. Ну ладно. Гоблин в клетке. Эти ходят. А, ну они же за копером сюда наверх поднимаются, чтобы его, ну, использовать. Ну, логично, да. Но никто здесь не работает. Странно, странно. Очень странно. По моему мнению. Не знаю, попробуют, что ли, заняться насосной, да. Попытки извели. Ну, цыпленок, кстати, даже здесь отстрелили. То есть, скорее всего, они, суки, подстрелят моих дворфов. А, медик у меня не для этого нужен, блядь. Не чтобы, блядь, я гоблин... Тьфу, дворфов подставлял под гоблоту. Или гоблинам помогал в практике стрельбе по дворфу. Че он идет делать? Они проходят дело. Пикапит эквипмент. Че это ты пикапишь? А, ну это херню какую-то он унес. Ну, про питпон пока что никто больше не говорит, да? Пока не налилось. Ну, я не знаю, что им надо еще. А! Я знаю, что не так. Ай, блядь. Ладно, сейчас сделаем. Скорее всего, нужно, чтобы была стена, и они лили сверху. Охуенно, да? Ай, блядь. Ну, ладно. Сделаем. Хуй с ними, блядь. Я понял, в чем inappropriate building. А, вот. Мясо все проебали, значит, можно спуститься вниз и... И... Нафиг. Пока подождем. Если что, мы потом используем наш... Хотя нет, нахуй. Это нужно разобрать. И вот это нужно разобрать. Так. Трэпов-то у нас дохуя. Тут везде шелка дохуя, но... Ты чья-то кровь. И вопрос, можно ли Forgotten Beast поймать? Я что-то никогда даже об этом не задумывался. Убивать Forgotten Beast это не проблема. Ёбнуло воду и все. А поймать это уже другое дело. Как бы. Радио. Так. Здесь все есть, да? Нужно кровати расставлять. Да? Чтобы у нас... А, блин. Дворфы жили. Хотя бы какой-то комфортабельный, не знаю, местности кровати больше нет. Так, отлично. Сколько нас? 189. Почти 200 набралось. Торгашей нету, да, мы не можем ничего никуда отправить.
Не приходят дворфы, чтобы призвать нам дворфа-роля. Ну или дворфа-короля, да. Он нам бы не помешал. А чё с цепью? Потому что хочется сейчас разобраться с этой системой Justice уже. Блять, они просто хуй забили. Да был у нас кузнец. Не один причем. Работает только один. Другой то ли спит, то ли еще чем занят. Ну не делом, в общем-то, да, как мы понимаем. Так. Ну ладно, тогда. В рестлер. То есть теперь в рестлер. Ну ладно, давайте мы его переведем в рестлер. Че? Нобл. Captain of the Guard. Captain of the Guard. Where are you? Captain of the Guard. Ну где он, блядь? А, вот у нас шериф есть же, да. А, капитан стражи и есть как бы шериф. Как-то двусмысленно у меня получилось, да? Ну ладно. Ну ладно. А, заметьте, он в отряде остается. Как так? Как так, блядь? Не шутите. А, автоматом. Вот это круто, блядь. Как его автоматом привязало, а, ребята? Эквипмент. Погодите. Да ладно, он сам разберется, чем он будет орудовать, блядь. Теперь-то Джастис-то включить-то можно? Нет, нихуя, мне говорят, что Джастис не включить. А почему? Я же помню, что можно было. Я же включал, блядь, в прошлом форте Джастис. Только, блядь, мы нихуя там не разобрались с правосудием. Офицер у меня капитан стражи. Конвик сам самбани. Ну ладно, так. Хм. Ахм. Вот так вот я скажу. Давайте попробуем рестрейн, да? Нет. Нет. Не так. Вот так он, да? Ага, вот так. Ага, окей, да. Ага. Да, вот так вот. Надо цепь. Хорошо. Комната у меня получилась, кстати, большая, да, больше, чем обычные комнаты. Ну, ладно. Клетка есть клетка, да. Да нет, стоп. Мы просто фриз сделаем. Вот так вот, да. Мы эту клетку-то не отпускаем, никого нет, не отпускаем. Ты-ты-ты-ты, да. Кто-то у нас без сознания. Кажется, а... Капитан стражи только что отпиздил пейпермейкера. Че это, блядь, было? Да. Он пизды пейпермейкеру дал. Беспричинно, блядь. Ты бы хотя бы ему сказал, его права зачитал бы, блядь. Ты знаешь, что такое юриспруденция и человеческое право, блядь? Нет, никогда не слышал. Пришел, значит, пизды ему вмазал, блядь, и пошел. А ну-ка, блядь. Делать нау. Где тут? Ду нау. Немедленно, блядь, собрали цепь. У нас тут заключенный теперь намечается. Вы только что Капитан Зигард отпиздил, блядь. Капитан Стражи просто пизды бумагоделу дал за старое дело. Не знаю даже за что. Там даже, блядь, не описывается. Чё случилось-то? Так вот. А гоблинам он чё, блядь, сделает? Вообще руки-ноги оторвёт? Гоблины, да, давай их пиздить. Интересно, цепь не в середине надо сделать? Или по краю комнат. Ну, скорее всего, в середине. Ну, чё, кто не делает?
Да, зелененьким засветился. Да. Нам приказали сделать. Да, сука, вам приказали сделать это хуй знает когда. Все, кончились. Ага. Пинг-пинг-понг, да, знаем. Знаем мы с пинг-понгом все. Да. BC. Ай, блядь. Можно было не ебаться, да, просто сюда извести. А, ладно. Делаем флоу. Да какой матстоун блок? Давайте стену лестницу разбегаем, ебану. Ой, да, ее же разбирать вот через зен, блядь. А так вот ее разбирать-то. Анус. Анус. Запеканус. Так, ну, более или менее, да, мы разбираем. Сейчас мы все-таки сделаем. Конечно, то, что он пизды вмазал пейпермейкеру, не уведя его на справедливость, это очень не очень. Будем честны. Зато он в рестлер, да? То есть он пришел и спокойно ему напиздил. Нахиляк какой-то. Шериф, наверное, все-таки надо сюда теперь поставить. И ведь было написано. Шериф будет у нас хаммерером. То есть молотобойцем, как я понимаю, тот, кто ебать, как допрашивает и наказывает. Вроде как, да? Ну, я читал с английской вики про справедливость, не про хаммерера. Написано то, что хаммерер может... В общем, он может, как папа может, да, он там всадит. Меня все подмывает, да, с ним сделать склад с этим, с баллистами, под бумницу, да, баллисты патроны поставить, но что-то нет, ни хера. Что-то у нас бухлом начинает просадка идти. Походу дела бухлоделов, блядь, не хватает, и большинство сдохло. Фермер 33 написано, да? Брувера, они как бы отдельно не показываются, как я понимаю. Хер поймешь, да? У нас есть Едхард. Она умеет варить. Но хрен его знает. Так, шериф стал рекрутом. Все. И зону эту мы ремовываем. И делаем вот так он, да? И спонт. Все. Вот так они должны палить. Сейчас мы узнаем проблему теплицы в высоте или это проблема, да? Или в материале. Скорее всего, в высоте, да? И мне это не нравится. То есть, я бы предпочел строить теплицу все-таки на высоте, но... Можно, конечно, делать, да, знаете, такие помещения теплицы, как, ну, как в Террарии, как в Стелларисе. Нет, не в Стелларисе, а в Старбаунде, да. В Старбаунде. Эти вот внутри здания прям куча поливалок. Здесь пока проблем со светом нету, так что чики-пики. Так, что с цепью? Заказ мы выполнил. Рекруты, блядь. Да где ты, блядь, избранный? Ну, как бы новый сейчас не могу назначить, да, мастера по металлу, потому что цепь он сделает, ну, говно цепь он сделает, будем честны. А говно цепь я не заказывал. Вот так и живем. Скида, да, что-то надо делать. И бегают. Вот суки, а. Куча проблем с ними, куча. Ну что ж. Они должны сейчас побрызгать туда водичкой. Правда, скорее всего, та хуйня замерзнет в ответ. Да нет, здесь не мерзнет. А он идет что-то там брать. И серебро взял. О, господи, он делает цепь. А почему фрешер, блядь, ее делает? Адепт фрешер на Вайс Армор Шмидт. Ой, блядь, какой-то дебил, блядь, идет заниматься метолем. Ну, ладно, пусть займется. Ну, сделают говяную цепь, хуй с ним. Ладно. Объебусь, блядь. Потерплю. Рустер где-то умер. О, нет. А эта цепа жива внутри, значит, то, что они к ней не забрались. А, гоблины ушли, слушайте. Ага, гоблины это ушли. Время выходить наружу. Свет, мы идем к тебе, милитари. Алерты.
Опа, резюм. Так, вот, смотрите, они полили. Гуд. Гуд, супер-супер гун, да? А, забыл, можно было просто сделать. Ладно. А, черт. А, черт. Черт возьми. А, и сюда полить. Да какая разница, да, мы же испытываем. На поху, пусть польют. А то вдруг и вправду работает, да. Вот, одинарная ферма. Да, все. Сейчас узнаем. Если работает, ну я ебал, ребят, да, вот ей-богу. Хотя вдруг они сейчас вам помешают строить. Отключим. Отключим, отключим. Так, ну все, ребят, свободно. Они сейчас займутся, не знаю, чем-нибудь. Древесину поносят. Людей поносят. Всех поносить будут. Вообще будет забавно. Гоблины, по ходу дела, имеют какой-то теперь временной порог. Да, они походили и забили. Я поймал пару рун. Вот пришел мой фермер. Мастер по одежде, блядь. Фрешер, да. Будет сейчас делать мне цепь. В виде говна и палок. Потому что он не умеет делать цепи. Да, вот сюда древесина еще не попала, конечно. Значит, надо открывать. Еще, конечно же. Данный периметр. Да, и доводить все до ума. Ребята сюда спустятся, все построят. Правда, зима, блядь. The winter upon you. The winter is coming. Надо было на самом деле не здесь насоску строить, да, а где-нибудь здесь. Где замерзает реже. Ну, недолго. Ну да ладно. Ну хотя бы достроим, да, насосную. Доведем ее до ума. И тогда займемся. Че с цепи моей? Ну, шериф, конечно, напиздюлял, блядь. Пейпермейкеру, блядь, тут аж охуел. Смотрим, да, к цепи идем. А? Готово. Так, поднимаемся. Би... Не, на би. Да, рестрейн. На ви, по-моему. Нет. Да, сейчейн это и есть. Рестрейн точно. А, тихо. Чё я там построил? Чё я сделал-то, блядь? Наркоман ебаный. Би, ви. Пигтейл Робс. Ты не шутишь, блядь. Нет. Как же так? Что такое, блядь? Им что, на склад ты надо отнести? Вон, Куперчейн есть. А, я уже в задачу кто-то взял. Вот долбоебы, блядь, уже кто-то ее относит. Ну ладно. Так, все, несут, строят. Отлично. А. Чё, вот это вот, вот это вот, да. Механизмы все вращаются, да. Суспендеды надо сделать. Проверить здесь все. Возводить-то надо. Возводить-то надо. Ну, а сейчас они все это построят. О, как можно теперь, да, смотри, нам BC floor. Лесенка-то, ага. А, нет, все верно, я посмотрел, да? От пассивно, да? Нет, погодите, я вообще наркоманил. Здесь один слот надо убрать, да, точно. Подождите, если здесь убрать один. Эй, как это делается-то, блядь, архитектура ебаная. Да? Изи флор, да, делаем вот так вот, по-моему. Или не так? Бля, ничего не понятно. Оно боком, я не могу разобраться. А, по сути дела, отсюда потом еще отходит, да? И вот, да, все, нормально. Ща, Сергей вроде, блядь, въехал, как он делает. Я еще назову гора-архитектор, блядь. И будем ржать вместе. Вместе флор, да, и вот сюда. Вроде вот так. А дальше не знаю. А дальше не знаю, да? Архитектура она такая.
Ну, гоблины ушли, да. ДН можно. Так это разобрать. Цыплята убило, блядь. Мы узнали, что они могут в них попасть. Обида, конечно, ебаная. Но выбора не было. Нужно же было на ком-то испытать. Не знаю, может бойницы поставить? Меня подмывает прямо вот здесь поставить бойницу, выводить сюда дворфов, стрелков и пусть пиздят гоблинов. Я не знаю. Пишите в комментариях, короче, под роликом, поставить мне здесь бойницы или нет. Да, я потерплю со стенами. Убивать ли мне рублоту, да, и поставить как полностью бойницами, да, окружить двойными. И, ну, чтобы они не выпали, конечно же, да. Мы еще не выясняли, выпадают ли они или нет через двойные бойницы. Да и через динарные мы пока не знаем. Или мне все-таки поставить здесь стены, да. Или сделать стены частичные, да, и частично бойницы. То есть чуть-чуть по таким хитрым планам. Канон убийцы. То есть вот такие вот дела. То есть выбор большой на самом деле с бойницами. Так. Би М Хоризонталка. Горизонталка. По сути дела, да, вот так вот. А здесь эти можно переделать на феншуй потом. А потом, конечно же, да. М, это, блин, B, M, G, Gear Assembly. И горизонталка. Вот так вот, да. Ахалай, махалай. Сколько уже здесь, кстати, энергии? 240. Ну, неплохо, да, мне хватит, думаю, вот этих всех мельниц для вращения. Моих валов. Пипец, они строят извращенно. Хорошо, не обваливается. Так, би, ви, чей. Ну, в этот раз мне цепты дадут. Блять, да кто там эту цепь-то, сука, занял? Вы чё, охуели? Еще в задаче. Нет, Копербарс, вон цепь-то лежит. И чё, они ее должны куда-то отнести, что ли? Ну, я не знаю, да, цепь-то должна быть как бы металлической. Что с фермой? Not available. Как же он тогда делал это? Он же как-то растил семена, кстати, ребят. Может, из глины кубу построил? Надо, блядь, его пересмотреть еще раз. Если я вспомню вообще, кого я смотрел. Так, блядь, много по Dwarf Fortress у англоязычных. То у нас, блядь, нихуя нету наших, блядь, дворфоводов в огромном количестве. А у них там просто такой спам ярый. А, блядь. Натворил, все потыкал, блядь, все сломал. Грешен. Часть гоблинов осталась теперь со мной в форте. Не знаю, что с ними делать. Можно было бы сделать этот, какой-нибудь здесь мегаловушечный мост. Типа разъезжается, и они падают на вот эти вот колья, блядь. Non-functional колья, которые не хотят работать. Потому что ловушка-то не с кольями, как бы. А если они наступают, мост убирается в стену там или куда, они такие и решение всех проблем. Так, ну ребята бегают, да, бодрячком бровну носит уже хорошо, конечно, без телег, да, после последнего форта как-то прям непривычно. Я привык то, что когда они там таскают, но тот форт пал, блять, поэтому обида та еще. Не хотят мне давать цепь. Не знаю почему. Почему же мне цепь не дает? У кого есть какие эти теории, блядь, про цепь? Может, их куда-то отнести должны? Не ясно. Не ясно, Сергей, в общем. А у нас какие-нибудь крестьяне выросли? Нет, бык вырос. Очень мило. Быка я не заставлю быть кузнецом. Ребята занимаются, наверное, одеждой, да? У нас здесь массированный же заказ был. Да, более-менее все переодеваются. А старые шмотки выкидывают. Кабинетов нет у нас, да?
Это будет эконом-класс квартиры. Такие вот дела. Эконом-класс квартиры. Ничего не знаю. Здесь вообще двери нет. Немного не хватает дверей бедным дворфом. Тык. Тык, на, тык. Ага. Ага. А здесь? Здесь нету. Здесь нету, да? А здесь? Здесь есть. Отлично. Да, понемногу мы их заселяем, конечно, это пиздец какой понемногу. Да, смулстоун, наверное, надо сделать, да? Занять чем-то шахтеров. Прям с углем, нахуй, смажем в пизду. Уф. Да, можно и уголь с ними смазать. Да, отлично. Ну и пусть мывают этот стоун из угля. Ну, будет не феншуй, но ужас. Зато, блядь, гладко и красиво. Так, смотрим, что они построили. Да, остается им стены разобрать здесь. Пол, точнее. А мне остается только подключить механизмы, получается, да? BMG, да, Gears Assembly. Ну и, конечно же, мне остается подключить рычаг. А рычаг я должен подключить к... Вот это, блядь, дилемма, да? К чему бы подключать рычаг? Хм. По сути дела, мне бы надо бы подключить рычаг вот к этому. А если я его буду отцеплять и там обвалится все механизмы, это будет обида. А хотя какая разница? Вода же не будет качаться, пока дворфы снизу не качают. Ведь так? Я надеюсь высосить копейки вот эти, блядь, и все. Причем у меня здесь даже механизм такой простенький, да? И горизонтал. О как. Все просто. Все самое легкое просто, да? Теперь надо бы избавиться от ссаных деревьев. Это вот тут выросли. Мы же дворфы. Мы же не Гринпис. Вырубим все. Хоп, все. Пока сильный лишний. Больше здесь ничего нет, да? Подвыделим, выделим, да, все, ага. Би и... Ну наконец-то! Цепь родила, блять. Мне дали цепь. Слава богу. Непонятно, почему он не может растить на этом. Ну ладно, ждем. То, что я знаю, то, что он там построил, короче, импровизированный такой каменный корабль. Блять. Ну, смотри, два дебила. Ну ладно, посмотрим, кто из них упадет. Стоунворкер и масон. Вот идиоты. А, не стал разбирать, хорошо. Сейчас это разберет, потом он разберет. В общем-то, он там построил импровизированный такой корабль из камня, и внутри он сделал питпонд. И начал растить там растения. Я не понял, из чего он, правда, сделал вот эту вот теплицу. Может, он построил пол из глины. Ну, глины-то у нас, блядь, гульки нос, да, у нас копейки. Может, он из песка сделал. Хотя песок, по-моему, нельзя, да, сделать блоки. Так что, скорее всего, из глины. Из клей. Клей-блокс там, да. Возможно, я не отрицаю. Это, видите, такой адовый процесс. Что занимает какой-то период. Ну, тут всякая херня, да, мастер-пис Пиктейлс. Он делает тропы. О, у нас есть крестьянин. На что его хотел использовать? Кто помнит? Я. Вот она. Не помню, скорее всего, на кузнеца его хотел сделать. Потому что нужно сейчас обновлять. Где тут металлсмитинг? Weapon Armoring, Blacksmithing, Metal Crafting. Также к нам все еще не приходят, сука, посетители. А почему, не знаю. Возможно, я... А я не знаю, почему, у нас есть цвета. Как бы, ну...
как это сказать-то, таверна и соседствующая цивилизация у нас присутствует. А значит, они должны приходить, блядь. Может, там газету выпустить? Написать, смотрите, мы пиздим, мы гоблинов в клетке ловим. Такое, смотрите, чуваки, все включено. Но нет, по ходу дела, нихуя. Это не свершилось. Остается одну высоту сделать. Вопрос, как ее сделать так, чтобы она... Ладно, сделаем эту лестницу upstairs. Вот единственный, блядь, не феншуйный хуйти. Construction present. Да это я, блядь, вот. То есть нужно как-то вот... Construction present. Есть только вот здесь. Да, точно. Upstairs. Ладно, сделаем так. Не знаю, из чего я строю. Пусть похуй. Пусть хоть серебро, блядь, используют. Пусть хоть построят-то, блядь. Вот так вот скажу. Пока ничего не замерзло, да, у нас early winter. The winter upon you. Да, и мы, получается, в следующей уже серии раскачаем и займемся убийством гоблоты. А, приличным таким убийством. Массовым геноцидом, я бы сказал, когда гоблины начнут появляться. Буду их давить, как тараканов. Да, это, правда, нужно добавить еще пару лучников. И почему суспенд пошел? О, ну ладно, ок, сделаем, блядь, из другого дерьма. Уговорили, блядь, я там, наверное, каком-то мадстоун блок, ну да. Вот тебе дерево, блядь, строите. Идиоты. Одним словом. Ням-ням-ням-ням-ням. Пытаюсь себе прицелиться к этому помещению. Пытаюсь понять, подо что его сделать. Казарма-то у нас красивая, да? Эпичненькая такая. Смотрю и любуюсь, да, радуюсь. Не могу нарадоваться то, что я сделал красивые квартиры, блядь. Хоть они считаются как бы однокомнатные, да, с кухней. Но кухня-то отдельно стеной. Считайте, что двушка. Черт возьми. Как же это прелесть. Ну, все наблевали, да, конечно. Или это пустые, да, наблевали. Проблемка, да. Ну, они очень долго в этот раз находились все под землей. Они и спят под землей, да, и едят только сверху. То есть в этом еще проблема. Че с цепями? Пока у меня этот не начал пиздить. Make room, да. Justice. Asajin. Нет, не Asajin. А это под Justice не идет. Похуй. Да, вот под Justice у нас. Ремуваем это. Ремуваем это. Нужно сделать пару кроватей. Пару, блядь, я имею в виду 30. Минимально 30 кроватей, да? Так, хорошо. Справедливость. И все, приговора больше нет. Он должен просидеть, блядь, 25 дней, но ему просто наваляли пиздюлей, блядь. И все. Дело, бумага дела было закрыто из-за нехватки помещений под правосудие. И правосудие состоялось на месте в виде пиздюлей, справедливых, но все-таки. Ну, непонятно, зачем, правда, они его отпиздили. Что он сделал? Ну, а вот замерзло. Ха, смотрите-ка, а здесь не замерзло еще. Странно, странно. Возможно, он в той зоне, да, где не замерзает. Здесь он есть, да, здесь замерзло, а здесь. Блять, ебаная зима, блять. У меня просто самая ебаная зима, блять, во вселенной. Так, ну все, здесь суспенда уже нет. Хорошо. Тогда мы здесь построим лестницу вверх, а механизм уже подключим позже. Вот так вот. А, возможно, мы просто подключим вот этот вот. Гироассембли. Или вот этот. Да, и все. Все проблемы к рычагу. Ебаться-то. АДД. Вообще, вроде когда-то вон. Да, вон. А, линка Герас Ассембли. Ох, сейчас мы будем, блядь, искать. Ха-ха. О, тихо, нашел, вот он. Опа. А, механизмы нужны покруче, да? Ну, тогда получаются тройнухи.
Такие поставим так вот. Хопа. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Механизмы кончаются. Дела плохи, блядь. Рок. Что-то написал какую-то хрень какую-то. А, полтинник. Механизмов сделаем. А у меня механик в воркшоп-то вообще существует? Хм. Ахам. Так. Вопрос. А построили Сергей механик воркшоп? А, смотрим. Есть где-то. А, вот это, наверное. Да, отлично. Отлично. Бля, главное, даже флейты сделал в ебаный бар, блядь. Никого нету. Может, нужно больше перформеров? Или больше это? Я не знаю, что больше-то, блядь, им надо? Танцфлор, да, дэнсфлор здесь огромный просто, посмотрите. 270, блядь, там 9 на 18 или сколько они. Не, может, он должен быть квадратнее, да, крупнее. То есть вот так вот как-нибудь, вот посюда, да. Такую ширину. Ну, блядь, сейчас переделаем, нахуй. Чё, беда, что ли, блядь? Мы тут древесину уже как бы не растим, да? Нам главное древесину сейчас вниз спустить. Уже укомплектовать ее как следует. И все проблемы решатся. Они механизм еще к рычагу подключат. Мы тот механизм там отключим. И я не знаю, что я такой серьезный. Да, сделаем что-нибудь с этим. Со всеми делами. А, не знаю, как все еще краски делать, да? Meal plans он может. Не знаю, meal plans забирает семена или нет. Нужно спускаться еще в пещеру, да, и начинать там отстрел. Вот отстрел. Священный. А, как там у нас сделан этот склад под патроны? Чтобы не объебаться лишний раз. А, сиджама. Все, да, сиджама чисто. Нам нужно патроны туда положить. Чтобы у нас, если что, был этот. Сделаем вот таких вот размеров. И сиджама. Вот так вот. Хопа. Даже не знаю, может здесь квалити. Да, вот это вот отключить. Поставить каменные. Тоже отключить. Да, и чисто из металла, который здесь наряду будет. Угу. Ну, потому что я думаю, что из металла патрон баллиста будет круче. И начать ковать. Баллиста. Баллиста. Да, мы должны были ароухеды, да, наковать, по сути дела, баллистовские. Эквипмент, да. Баллиста, копер, баллиста, рухен, да. Вот так вот. Вроде мы делали. Ну ладно, посмотрим, что будет, что сделаю, да, и как это все будет обстоять. Все замерзло. Здесь нихуя. Охуенная точка, блядь. Идеальное место для незамерзания. Ладно. Да, ДН, да. Теперь надо вот это вот убрать. Потому что у нас как бы здесь, да, видите, стена. Нужно и так умирать, да, первым. А потом еще и да, и выводить. Все, и тогда они точно сюда не залезут. Я надеюсь. В полной мере. Ага, да, вот они бегут. О, механизмы несут, отлично. О, еще один крестьянин. Отлично, да у меня сегодня праздник, блядь. Крестьяне растут. Так, а чтобы его бы запихать, да? Чем бы сделать у нас его... Брюгер может сделать, да, пусть бухло вагит. Брюгеров-то у меня не густо, да, я смотрю, у меня бухло проседать начинает. Overjobs. Клининг. И хаулинг. Так, хопа. Что, чтобы ему было чем заниматься? Брюгеринг фон плент. Наверное, как они здесь красиво стоят. Бухло вагит. Нравится мне это, нравится. Че со складом с бухлом? 973. Проседает бухлышка. И бочки есть, подчеркиваю вот они. Так. Ну, давайте, да, тоже смуфанем здесь. Вот эту часть, по крайней мере. Это не гейфер плент, господи. Че, нажал. Смуфстоун вот так вот.
По красоте. Ребята понемногу, да, начинают им делать красивые бараки, все комнаты. Бараками это слабо назовешь. Ну и, по сути дела, да, на этом, пожалуй, остановимся. Так что пишите, что там думаете по поводу Бонисона вот в этом строении, да? Какими мне их сделать? Полными двойными, да? Или частично двойными? Или полностью стеной закрыться и в пизду попытки отстреливать гоблинов? Но сделаю, как скажете, потому что, ну, во всех вариантах, да, будет весело. Ну, кроме, наверное, последним, потому что гоблинов придется отстреливать другим способом, ставить баллисту где-нибудь снизу и оттуда. Что-нибудь наподобие. Так что не скучайте, не болейте. Всем пока.